Зеленые погоны и звезды на плечах. Парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках. У нас в руках спокойствие державы. Над КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава. Кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы на чеку, мы в состоянии войны. Добрый день, уважаемые вотгородцы, ветераны пограничных войск, уважаемые пограничники. Сегодня вся страна отмечает этот праздник. Ну а мы, как никто другой, находясь на рубеже нашей Родины, на защите ее границ, для нас это особый праздник. Потому что так сложилось исторически, что Ивангород и граница неразлучны. И сегодня мы с вами присутствуем при историческом событии открытия памятного знака воинам-пограничникам. Сегодня пограничная служба отмечает очередную дату своего основания – 105-ю годовщину. 105-я годовщина в различные исторические эпохи проходила в разных условиях обстановки. Сложная обстановка и в наше время. Но несмотря на сложность, которая возникает в нашей жизни, хотел выразить слова благодарности администрации Ивангорода, которые не забывают памятные события, в том числе и пограничников. Сегодня вот разговаривали, за 3 года в Ивангороде создано столько объектов исторических, которые останутся навеки и будут символом и преемственности пограничников, и воинов-афганцев, которым установлен здесь памятник ВМП